Ну вот да, Алекс правильные вещи говорит, что путь к красной победе и был, то очень-очень тернистый. То есть просто бывают такие игры, где реально надо отпустить. Это вот, знаете, точно так же, как бывает игра, когда черные... Вот помните, была игра, где, ну реально, там, восьмой дает проверенного черного седьмым, и там всех по очереди черных снимают, и ты такой смотришь, такой, ну а что тут могли реально черные? А что тут красные могли сделать, когда у тебя все красные не туда сыграли? Так, Крис, у нас уже готовы баллы, да, по итогам? Без допов пока баллы. На первом месте у нас в данный момент идет господин 22, на втором док, на третьем Бэмби, на четвертом Франклин, на пятом Космос. Там очень близкая борьба идет. Много допов разных самых. По последней игре у нас зрители проголосовали как MVP дока. На втором месте 22, на третьем месте Клауза. А судьи проголосовали, наши мафы проголосовали док 22 Космос. То есть просто черную команду оставили. В четвертой игре, кстати, была Адлер, Тихий закат, твой батя от зрителей, а от профи было Бэмби, Адлер и Франклин. Вот такое было. Аж два человека поменялось. Я что хочу сказать, ребят, там 22 на первом месте. Спойлер, вы уже, походу, ниже его не увидите. Молодой что-то сегодня этот схватился за старое. Решил онлайн-мафию наказать. Ладно, ладно, шучу, не факт, может, кто-то обгонит. Да, там, на самом деле же бывает такое. Мне кажется, я вообще удивлен, если честно, что я на последнем турнире, если я правильно видел, в Киеве, который в офлайне был, там Леха в статике просто стоял, потому что людям реально было впадло его черным там как-то атаковать. То есть ты либо его ставишь в статику, либо ищешь шерифа, а потом даешь его, типа... Ну, короче... Видишь, что-то он черными всех обманул, в плане он просто хорошо говорил. Вообще не было ничего, понял? Ну, просто он очень хорошо говорил. Так, в этой игре жалею только об одном, что не достал черную карту, потому что я понимаю, что здесь очень мало людей, которые хорошо понимают мой цвет, либо вообще понимают мой цвет, и зато... Ну, хорошо, Эрик, окей. Так вот, да, сбил мне речь, но ничего. И после предыдущей игры, и вообще после предыдущей игры, я вообще как бы понимаю, что проблема, ну... не в людях, которые меня подозревают, там, да, которые со мной много играют. Проблема, скорее всего, во мне, но меняться я, например, не планирую. Госпожа Аджер когда-то рассказывала, что я когда-то хорошо находил ее цвет, а потом я перестал это делать, потом сломался. Я не сломался. Не просто это, ну, это никакого профита не имеет. Если я говорю, что она красная, она за всю жизнь назвала меня 0 раз красным игроком. Это продолжается в каждых играх, во всех играх, что бы ни случилось. Что неправда, боже, я вас прошу, посмотрите сегодня игры, вы раз меня красным назвали, хотя бы один раз. Что один ты красным в предыдущей игре назвал? Может, тебя начнем? Тебя я начал, сказал, проблема во мне, а не в тебе, точно. Хватит, ребята, хватит. Первый с багажом пришел с прошлой игры, но поговорил. Мне кажется, что он игрок скорее красный, поэтому на попиле от него буду ожидать именно цвета, чтобы не выспрашивать из жестикуляции, как бы не отвлекать. Ты будешь пилиться с 5. А это нам точно принесет какую-то пользу? Если 5 черный сломает в один. Короче, смотри, пожалуйста, успокойся, подумай о том, что будет происходить дальше. Так. Кира поговорил, мне кажется, по красному, поэтому на попиле. Я желаю его послушать, чтобы не тратить время на жестикуляцию. Еще раз, это я доношу. Нам еще 2 дня играть, короче, ребята. Мне кажется, что люди смотрят. Да не знаю, я как бы хочется что-то первому игроку хорошее сказать такое, но я, по-моему, все уже сказал, и остальное будет лишнее. Я игрок красный, победы красным. Знаете, в момент начала речи первого игрока, когда он сказал, здесь очень мало людей, я как будто в паблике оказался в доте. Вот. Ну, и я на самом деле не знаю, я не посчитал его игроком. Он, смотрите, у него была ошибка в его речи. Он говорит: я очень расстроился, что не достал черную карту, потому что люди здесь плохо находят мой цвет. Он наоборот, типа, ему наоборот должно не хотеться доставать черную карту, потому что его все равно сносят за любую карту. Его просто выводят со стола. Все думают, что черные с ним играют. Черные с ним играют? Ну, все равно его выводят. И все равно его... Короче, ладно, я не хочу играть с первым игроком, я сыграю 2-3. Вот, мне кажется, что второй игрок красный, во-первых, за то, что он сказал, типа, так, успокойтесь, когда первый с пятым уже начали закусываться, он говорит, типа, если ты хочешь пилиться с 5, ты уверен, что это будет хорошее действие для города? Все, что говорит 22, не... Ванька, что ли, это черный? Слушай, ну, не знаю.
Странно, что второй краснее, чем первый, когда второй прям с легкостью дал первому уверенный красный цвет. Мне кажется, не так все плохо у первого, если он красный. Когда я был же шерифом и дал украинным ученым, его тоже подозревали, но не сняли. То есть были игры, где он красный, он выиграл, не уходил со стола. И все было нормально, ушел со стола черным, ушел сейчас, да, в бешевской игре. Ну, то есть так просто сложилось ситуация. Мне кажется, настолько прям недовольно быть красной картой. Ну, то есть типа это... речь не ярко-красная для меня. Поэтому, когда второй говорит уверенно, что красный один, и он его будет слушать, я готов поверить игроку номер два, что красный один. Потому что не думаю, что один-два вместе черные, и с той легкостью он ему даст так уверенный цвет. Не играю с три за то, что два краснее, чем один. Потому что должен быть красный именно один после этой речи игрока номер два. Поэтому играю один без два-три. Спасибо. Так, ну, я не знаю, есть минимум один красный в игроках 3-4, для меня я бы переслушала ранние номера, первый игрок для меня лично ничего не сделал для того, чтобы быть игроком красным, абсолютно, что он сделал? Он игрок топового уровня, играет топовый турнир. В предыдущей игре он умудрился из трех красных игроков до него поговоривших, из пяти цветов там было три красных. Он выбрал единственного черного, сыграл против трех красных. Потому что вы должны по головке погладить? Нет. Пришли сюда, не прибедняйтесь. Хотите, там есть папер, церковь, там постойте с протянутой рукой. Я не понимаю, почему я должна на это адекватно реагировать. Второй игрок после этого говорит, игрок номер один будет говорить по цветам. Сейчас он речь стала. Я ничего не услышала красного в речи игрока номер один. Поэтому ничего не услышала красного речь игрока номер два. 3-4 для меня не два черных игрока. Если бы четвертый так жестко не въехал в третьего игрока, я бы вообще играла 3-4, потому что мне показалось, что у третьего была речь, он типа начал предъявлять первому игроку, потом передумал, потом начал говорить какие-то противоположные вещи. Мне кажется, скорее это не его черная речь. И четвертый, мне кажется, черным игроком скорее бы разворачивал какой-то конфликт именно в один. Так, ребят, я на секундочку представила, как бы выглядела договорка 1-5, вот если они черные проснулись вместе и решили, типа, разбегаться, потому что было бы странно, если бы они, как бы, проснулись черными, а потом там, надо было бы разбегаться, правильно? Но это, мне кажется, слишком жесткая была бы договорка, чтобы вот так настойчиво вообще. 4-5 вместе красные, я бы сказал. Мне кажется, что было бы красные, ребят, я очень хочу поддержать первого игрока, вот, я считаю, что вообще, Эрик, тебе не нравится, тебе кажется, что мои мысли, мои сны... что они вместе черные, они больше прикольные. Мне хочется поддержать первого игрока, я думаю, что он игрок красный, вообще не слушайте никого, играйте, как вы играете. Мне кажется, что вы играете, вот если бы мне сказали игрока какого-то, я бы точно выделила вас среди всех вообще. Ну, после Димасика это любовь, а вы как игрок просто. Вот, пятое, то, что она разозлилась, и фол ее, это было очень по-красному, мне так кажется. Поэтому я играю 1-5, дальше... наверное, больше красный 2, но это не мой цвет. То, что он мирил их и как-то типа успокаивал, он бы сделал так красными. Не думаю, черный. Так, доброе утро, город, всем хорошей, приятной игры. Смотрите, мне на самом деле, вот игрок 3-5 немножко от вас подгорает. То, как вы душите нас, используя слова абсолютно точно, если бы мы вам ответ так отвечали, как и я, так и он, ну, поняли, это было бы совсем по-другому. Не знаю, меня очень... просто ну, нужно смотреть иногда и за собой тоже, и все. Мы вас не душим и точно не говорим, а вы зачем-то это делаете. У меня горит очень сильно, я сама что-то не могу успокоиться от речи 5, при том, что я считаю черным 1. Я объясню, почему для меня черный 1. Вы, когда были на 2, я сидела на 1, я была проверена красная у дока, вы сказали такую же абсолютно агрессивную речь, вы были сгоревшие. Я тогда про себя подумала, сказала вслух точнее, что вы красный, я хочу вас поддержать и так далее. Вы потом, хоть я вас запилила, я вас всю игру считала игроком красным, вы оказались черным. Хотя именно за те эмоции я подумала, что вы игрок красный. И сейчас у меня то же самое возникло на вашей речи. Поэтому я вас подозреваю. Я играю 2 и 3. С 4 играть не буду. Третий нормально играет черным. Это как тогда он был на 3. Он бы сказал речи... Госпожа Космос, так если вы подозреваете первого, второй игрок сказал, что он первого считает больше крат. То есть прям будет ожидать него именно цветов, а не то, чтобы поднять цвет первого игрока. Ну, 3, 4, 5, 7 – моя красная команда. Мне кажется, там очень много красных игроков. Мой акцент именно пятый игрок красный. Между 1-2 маф какой-то есть. То есть, мне кажется, на первом номере, условно, я бы сидел... Вот я мог такое же сказать, и мне кажется, господин Франклин также мог бы поговорить агрессивно. В этом нет ничего такого. То есть, это никак не свидетельствует этого цвете. А второй игрок убежден в другом. Он говорит, нет, это свидетельствует. Значит, мы будем ждать цвета от игрока номер 1. То есть, он уже думает, что он игрок красный. Мне между 1-2, наверное, именно если говорить позиционно, чем игрок, надо просто переслушать. Так, объединение игроков 1-5 не очень, для госпожи Бэмби, поэтому я с ним не играю, то есть мне казалось это странно. Седьмое мне скорее понравилось за то, что она сказала первый игрок черный. То есть есть вариант, конечно, что если условно второй игрок черный, а не первый, тогда можно будет задать вопрос какой-то седьмому игроку. Пока 3, 4, 5, 7, много красных. Мой акцент именно пятый красный. Я то есть вообще не сомневаюсь, что пятый красный. Все. Так, я понял. Так, я играю 6, 7, 10. Я думаю, это как раз для меня четвертый подозрительный. Для меня 4 черный.
Вот, и 1.5 еще. Для меня 1.4.5 это двойка. Вот, и независимо от того, что они там говорят, что они рассказывают. 1.4.5 это двойка. Все, 4 черный, 1.5 здесь черный. Даже я рассматриваю, что 1.5 меньше черный. Почему 10 красный? Это то, что начал с 7-го спрашивать, кто 8. Поэтому 10 красный, потому что начал выпитываться. Да все, короче, все, 10 красный для меня, все. 1.4.5 для меня двойка. Смотрите, первый достал красную карту. Я понимаю его горение, что его не могут найти красным игроком. Я прекрасно это понимаю. Тем более, это плейка, это не вживую. То есть вживую это другое. Понятное дело, что вживую его цвет, ну там, ладно, ну там не все, но многие понимают. То есть адекватно его цвет можно понять. Но на плейке, понятное дело, что никто этого не читает. Он показывает пятое черное, сломает меня. Ну что, ну как он может подумать, что пятое черное в него стол сломает? Ну что за глупости? Он показал, говорит, пилим 1.5, потому что если 5 черный, она сломает в 1. Поэтому подозрительный 1. 1.4.5 это много черных. Все. Проверяйте любого аджа 1.4.5. Ну, с типа кем пилишься, блин? Стой, пожалуйста, с 5. Хорошо, смотрите, я вот сейчас сидел, думал, 1, если он черный, он не с 2, не с 5, не с 7 и типа не с 9. И как, десятый, ну... вы спрашивал, какой 8 у 7, когда 8 уже поговорил перед своей речью. Я этот пол, короче, не понял. Я считаю, что больше красные 1-2 игроки, а дальше, ну, как бы типа H3, ну, как-то не то. И 7, и 8, не знаю. А у типа Дока, ну, там, типа 6 красная и 7 красных, не знаю. Я этого не понял, поэтому пока что сыграю просто 1-2. Ну, пока я с этого не понял. Будет там еще кто-то там, типа, рубится, ничего не понимаю. Играть в игру. У меня пока что красные 1-4-5-8, наверное. Очень черный 9 и достаточно черный 7. Вот лично для меня. Найти 10-го красным за вопрос, какой 8 у 7, это вообще... Ну, 2-9, такая команда средняя, скажем. В смысле 2-9? У тебя девятый очень черный, а ты второго красным не выделяешь, выделяешь другие цвета вообще. Для меня красный, во-первых, я вообще ничего, я показал, что если вдруг пятая черная, я не знаю, как она отреагировала на то, что я сказал, а я сказал правду, игрок номер пять, это я сказал, что я понимаю, что если люди не находят меня красным, это проблема во мне, а не у вас. То, что вы не находите меня красным, это проблема уже у вас. Я просто сказал, почему, ребят, почему у нас такие игры, в принципе, с вами происходят. 6 для меня красная, я бы сразу проверил между игроками 2-9. Там обязательно есть черный, 2 не играет против 9, а играет против 10. Не, откровенно да, потому что мне кажется, это более профитная проверка, чем между 4-8, потому что, ну вот, кнете в 4-8 в красного, что это вам даст? Это не дает никаких противовесов, не дает никаких других зазоров, вообще ничего не дает. Поэтому для меня вот второй показывает, второй отпускает игроков. Мне кажется, что игроки 2-9 это игроки того уровня, которых не стоит отпускать вдвоем. Я бы откровенно проверила 9-го игрока. Мне кажется, 1-4-5 двойка это плохо. Он мог сыграть против своего 4-го. Если вы проверите 4-го черного, будете считать 9-го красным. Это будет... Да не, наверное, второй походу красный по поведению, но вот это подъем 1-5 я что-то не понял. Он первого черным считает? Или поэтому мы проверим между 5-8, а 4-9 будем голосовать. Если так можно сказать, обиделся на первого за то, что тот ему сказал, типа, ты мой там брат, друг, все дела. Давайте 1-5 отпустим, мы их мирим, а как бы не нужны эти поддержки все. Короче, он 25 секунд играет на то, чтобы объяснить пятой, как нужно играть, как не нужно играть, хотя он попросил цвета там. Я билет не покупал. Из-за этого. Сегодня акция, я бесплатно раздаю. Две руки, 2-9. Дай бог здоровья ребятам. Девятый точно черный, второй черный. Две руки за подъем. Я бы... Мне кажется, шестая не красная, потому что шестая просит первую 8, которая вот 8 проверка красный, черный, ничего не дает. Как будто бы... Вот если бы я сидел, думал плохую проверку сам, я попросил проверку 8. Мне кажется, плюс 8 такие цвета, типа там 22 красный, и он, ну, просто так на халяву... Ну, это типа вот, не проверка. Поэтому я даже подозреваю, что 6-8 могут быть вместе черными. Я бы проверил или между 2-9-9 бы проверял, или проверил бы 6, который просит странную для меня проверку. Вот так, мне кажется. По поводу первого, ну, мне кажется, он больше красный, скорее. Я бы, короче, больше красный, мне считал 1-2. Десятый, который играет с 2, который показывает, что 9-10 вместе черное, непонятно, но может быть красный. То есть, может быть, второй показал, стрел пятый, кстати. Пятую стрельнули. Да? Лол.
Ну, короче, мне казалось, 1, 2, 3, 10. Я пойду выдохну, вот, оставлю вам вот такой лучший ход. Нет такого этапа игры, на котором в этих игроках не будет черных игроков. Я вот прямо сейчас их пилила, а второй игрок кричал, что он хочет отпустить игроков 1-5. Я бы отпустила игроков 1-2-9 и разбиралась бы спокойно на чистую голову. Нет игры, где в игроках 2-9 нет черного, нет игры, где в игроках 1-2-9 нет черного. Прям реально, вы хотели какие-то проверки в сторону делать? Зачем? Я не шериф, не надо вскрываться мне, я ничего не хочу оставлять, мне вообще эта игра максимально неприятна, в том числе и от вас, игрок номер 7, это услышать было вообще прям мега неприятно и очень несправедливо, конкретно вот от вас. Все, что вы делаете, ну, вот правда, день заканчивается, нам еще два дня вместе проводить их откровенно не хочется. Все, мне кажется, в 1-2-9 от 1 до 2 черных, не факт, что не один, но мне кажется, прям много. Вот, 4-8 поголосовать. Я бы голосовала игроков 1, 2, 9, а 4. Так, ладно, короче, все. Забыли? Спокойно. Какие проверки, Франклин, ты попросил еще раз? Меня и кого еще? Ладно, хорошо. Сейчас. Не тратьте, дайте поговорить спокойно. Смотрите, 10-й игрок своего мнения по 8 не сложил. У него, он спросил у 7, когда 8 игрок поговорил, какой 8? Не знаю. В итоге мне показалось, это же, ну, в итоге он никакой вердикт не вынес и сыграл под стол, понимаете, в чем дело? Мне казалось, готовится сыграть под стол. Сказал бы 7, 8 красным, бы сказал, ладно, играю типа с 8. Мне показалось, это подозрительно. 9 закинул, что 10 может быть игроком красным. Мне кажется, красным 3, вот, мне кажется, 7 скорее красные. Вот. Так, я сделаю свое выставление 10-го игрока, потому что это была моя речь по 10-му игроку. Ты шериф? Кого ты проверил? 8 черный? А, ну, я уже не уследил. Да? Ну, все, это потерял игру уже, значит. Так, секунду. Сколько шерифов? 6 вскрывается, 4 проверенный черный, 4 вскрывается, 8 проверенный красный, 8 вскрывается, 9 проверенный черный, 10 вскрывается, 8 проверенный черный. Сколько карт шерифов раздали? Я понять не могу. Все, хорошо, ладно. Так, значит, у нас вскрытие 4 и 10. 10 вскрывается, 8 черный, 4 вскрывается, 8 красный. 4 вскрылся раньше 10 с 8 проверенным красным, поэтому я буду голосовать в 10, плюс он на 0 рассказал о том, что он играет в команде 1. Смотрите, что сказал игрок номер 10. Он сидел такой, типа, не понимал, что происходит. Говорит, 1-2 играю в итоге. До него поговорило 9. Да, я смотрю. Ты шериф, 4-й проверенный черный. Скажешь, я не понимаю. Короче, я буду голосовать. Я голосую в 10, потому что все то, что он сказал, это невозможно. Ну, 1-2, 7-8, не понимаю. Зачем к 7-му? Я шериф, 8-й проверенный красный, были преки по столу 4-8, смотрите, и вот номер 6 показала, преку 4-8. Я думаю, если черный 8, я буду считать красным игрока номер 6, будет красный, скорее всего, 10, который сказал, что черный 8 закрывает стол. Смотри, эта игра очень простая, 9-10, черный вместе, 8-й проверенный красный, я уверен, что красный 2 после того, как он отправил на преку 10, не черный 3 после этой речи, 7-я сыграла 2-3, 7-я красная, для меня черный 9-10, и последний мав сидит в 1-6, либо это 6-я, которая только в красных преке отправляет, либо черный 1-й, просто мне там исключение, потому что красный 2, красный 3, красный 7, 8-й проверенный красный, черный 9-10 вместе, как это 9-й, смотрите, у 9-го 1-4, 5-2 черных, как это вообще можно представить, когда 2-й сказал, уверенно, красный 1, 3-й сыграл 2 без 1, я сказал, 1-й не нашел красным, но если 2-й уверен настолько, что красный 1, окей, я возьму 1, да я черный с 1 сыграю просто 1-2, 1-5 черный вместе будет вообще нереально, и 5-й со мной тоже не сказал, поэтому черный 9-10 черный, который вскрылся, который... Так, смотрите, господин твой батя, вспоминаем игру, где было шерифом, вы тоже только как бы в шерифов пытались голосовать. Давайте мы успокоимся, у нас есть балансы, противовесы. Смотрите, у 4-го игрока уже черный 9. У нас уже есть какой-то противовес 8-9. Но 8 проверенный черный у игрока под номером 10, а 9 непроверенный. Мы можем запустить подозрительного 8. Можем сейчас просто снять 8. Сидеть, думать, и так все накаленные. Давайте, у нас есть просто противовесы. Нам, в принципе, и без вашей руки мы его снимем. Просто я хочу вам донести, что будет сейчас правильнее, если мы все вместе проголосуем. Для меня непонятно. Господин Тихий Закат, игрок под номером 9 абсолютно ли у вас черный? Кричит. 5-8 проверяется, 4-9 мы будем голосовать по очереди. И вы идете по его наводке, проверяете игрока под номером 8. Не стоит ли для вас, если для вас 9 точно черный, который убежден, что вы игрок черный, а вы шериф, будете ли вы проверять того человека, которого у вас черный 9 просит на проверку? Я бы не делала такого. Поэтому мне кажется, что черный 4-8
Вот. Да, я согласна с тем, что нужно спустить градус. Мы все что-то сами над собой разгорячились, хотя последняя игра, давайте успокоимся. Я думаю, что красный игрок номер 2, для меня он не с 10, потому что он засандалил 10 на речь игрока номер 9, и он не с 4 по нулевой речь игрока номер 4, как только 4 парил по 2. Все, красный 2, я красная, мы сидим дальше, пердим, как говорится. Ну ладно, мне кажется, на самом деле красная 6. То, что она сыграла в 0 с 1-5, и она потом вылезала, просила на проверке и 4, и 8, ну то есть она же и попросила на проверке и 4, и 8. Мне кажется, что красная 6. Все, а дальше будем сидеть, разбирать. Пока что игрок номер один не захотел поделиться мыслями, хотя мне очень бы хотелось, ну, что думаете вы. Вот. И плохая речь у 3. Что это такое? Ничего не понятно. Когда ничего не понятно, мы играем баланс, а вы что-то трогаете этого 10. 10 плохо, потому что он сыграл только с 1-2, и ничего не смог из себя выдавить. Это плохо, но это не означает, что нужно там его голосовать сразу и так далее. Для меня красные игроки 2-6. Я игрок красный, уходит Леха, а там дальше... С какой стати, стоп, я ухожу? У вас первый игрок был черный, если что, госпожа Космос, я напомню. Моя команда 3-4-5-7. Я закрышевал пятого, сказал, что пятый уверенно красный. А десятый, если что, когда сидел я вместе с ним черным, он сидел на четвертом боксе и сказал, ну, может быть, сыграете, не сыграете против игроков 1-2-3. Я послушаю, подумаю. Точно такое же окончание было. И сыграл просто в команде 1-2. Это же очевидная банда, реально. 1-2. А вот ребята именно по столу самые красные были, правильно? А 2 красава. Говорит, уходит 8. Я показываю 2 красные, мне кажется, потому что 9 просто сдался. Какие проверки 5-8? Я закрышевал пятого, просит на проверку 8. Шестая говорит, мы проверим между 4 и 8. Спрашивают, а если проверится 4 красных? Говорит, проголосуем 9. А если проверится 8 красных? Да ничего. Видимо, 8 не может провериться красным. Ну реально, это уже напрягает как-то. Вы реально не проголосуем. Смотрите, я шериф, 9 проверенный черный. Тогда так, мне все равно, что говорит 4. Он не шериф, мы голосуем 9. 9 проверенный черный. Не рассматривать версию, что я не шериф, а 9 не проверенный черный. Короче, ну, я бы не голосовал восьмого, я бы голосовал... Ну это же прям какая-то глупость. Я бы голосовал девятого сейчас, скорее. Так вы собрали свою команду 4-9-10, попрошу на выход. У вас девятый проверенный черный. 4-10. Так, ладно, Серёга, смотрите, как все было. Мы просыпаемся, я сразу показываю. Я шериф, 4 проверенный черный. Если кто видел, я надеюсь, что люди это видели. Я показал 4 проверенный черный. После этого четвертый говорит, я шериф, 8 проверенный красный. После этого второй начинает речь, я показываю, я не шериф, это 4. Четвертую руку, потому что он единственный, кто вскрылся. И десятый говорит, я шериф, 8 проверенный черный. Ребят, я не играю в то, что четвертый достал шерифскую карту. Никогда, ни за что, в жизни не сыграю. Вот четвертый рук, смотри, вот ты пойдешь, проверишь меня, вот, проверишь меня, даже если даже меня проверенный класс, я буду тебя голосовать точно. Вот смотрите, ребят, ну я не понимаю. Ребят, 4 черные, 8 черных. Я голосую игрока номер 8, вот, вы игрок номер 10, сейчас посмотрим, что игрока номер 1. Для меня абсолютно красные игроки 6-7, вот я их не подозреваю. Мне кажется, красный игрок под номером 2 за ту вещь, которую он говорил про динамику и все дела. Мне кажется, что он скорее игрок красный. Потому что сейчас был игрок номер 1. Если он скажет хорошую мысль, то мы проверим 3. Если он говорит плохо, проверим 1. Хорошо. Он сыграл 3-4-5-7. Я подумал, красный 1-2. Поэтому, типа, поэтому я пошел и... Проверил 8. В той игре я сделал абсолютно так же. Я такой, 9. Ну, так вот. Все, кто... На, 4, 5, я 6, узнал 6, у 7, 7, 7, 7, что у нее 8. Чтобы понять... Ну, я думаю, типа это понятно должно быть. Я думаю, что красная 6. За то, что сказала проверить 8. Почему 7 красная, док? Я, ну, пока что, ну... Типа, не знаю. И 7-1, думаю, 1 красный, я думаю, все равно, типа, 2 красный. Последний сидит у меня в типа, 3-7. Сейчас 8 сняли. Все, сейчас 8. В той игре я сделал точно так же. Я подумал, 8 мат узнал у 7. Кто у нее 8? Логично, мне кажется. Я думаю, 10 не шериф. Смотрите, я предлагаю такое. Игрок номер 9 уверен, что черный 4-8. Мы снимаем игрока номер 9. Тогда, не, если даже убьют игрока номер 4... Нет. Тогда, если 4 убьют, мы будем получим только 9-10 двух черных. И все. И красной проверки не будет 100. А 9 уверен. Он убежден, он сказал, ни за что в жизни не сыграет. 9 это хорошая игрока номер 9. На следующий круг, если не умираете той шерифа, мы играем в баланс. Игрок номер 9 же сказал, все, 1-4-8 черный, а игрок номер 10 проверяет меня. Отлично, отлично. А что вы спрашиваете в 2? Что я нелогично предлагаю? Что нелогично предлагаю. Для меня 7 не красным игроком. Для меня 7 не красный игрок. Стоп, почему проголосовать 8? Почему проголосовать 8? Ну все, черный 1-4-8. 10-10, одна проверка ему, одна проверка, 1. Мы снимаем игрока номер 9. 9 снимаем. Снимаем 9.
10 черный, потому что мне кажется, что 4 красный. И мне кажется, что 8, что игрок номер 8 красный, потому что против меня сыграл. 10 оправдывается, почему он шерифом сказал что-то, то, что сказал. Короче, у меня красный 1, 2, 4, 8, 9, 10 вместе черный, и последний черный в 3, 6, 7. Спасибо. На самом деле, я пока не понял, кто шериф. Я здесь Дон, нет. Он шериф. Он правильно шериф. Я тебе подписку подарил. Да реально, мне же даже материться хочется. Реально, ну 10 шериф, это ж понятно. 1-2 сыграл, после этого начал речь 3-4-5. До 9 говорил, проверим 5-8. Ну это, то есть, когда я крышанул 5-го, это именно те проверки, которые нужны именно. 5-8. А ты теперь говоришь 4-8 черные. Почему? По качану. Качан такой есть. Растение. Проверь, смотрите, господин ТЗ, проверьте 7. Я не понимаю, кто косит среди 6-7. Это невозможно уже слушать. Мне кажется, 7-я черная. Проверь 7. Если 7-я красная, на катапульте эту 6-ю. Мне кажется, 2-9 не вместе. Мы не рассматриваем 9-го красного. Не рассматриваем. У меня 9 проверенный черный. Я не шучу. У нас одна карта на двоих. 4-8. 9 проверенный черный. 10-й мав. Первый не думаю, что мав. Проверить 4, проверить 7. Если 7-я красная, все, снять тогда 6. Нет, не думаю, что третий игрок мав не понравился его речь. Второй не с 9-м. Действительно, были крутые аргументы потом по поводу того фолы, который он брал в нуле, что там перемаяк, что условно как там динамика могла быть. То есть в целом его речь мне казалась красным. Проверить 7. Без промаха. Что думаешь? Мне, кстати, мне очень понравилось предложение от Франклина. Просто я вот что думаю. А 9-й реально разобрался. В чем проблема снять 9-го? У 9-го найдено 2 черных. И это даже не просьба снять 10-го, знаешь, то есть первый не сказал, у 10-го собрана тройка 1, 4, 8, снимем 10, даже не 10, а 9. Ну да, так и просто я почему не хотел бы снимать 8-го, если 8-й реально красный, а 4 реально шер, то 8-го снимают, 4-го стреляют, все, это почти невозможно выиграть красным будет. Ну типа да, у вас, да. Есть 9, у вас есть 9-10, ну и что дальше? А если 9-й еще и красный, так это вообще забейте. То есть если 9-й реально красный в этой игре, а он с 10-м, типа, играет вот так, а 10-й черный. Нет, против хранителя. Сейчас посмотрим, что будет. Убили 4. Ну, понятно. Так, смотрите, снять 9-10. У меня 1-2-3 красные проверки. 1-2-3 все проверенные красные. Я не буду говорить, кого я проверил. Я уверен, что 6-7 последний черный игрок. Думаю, что эти черные, у меня первый проверенный красный. Я думал, что потенциал меня первый специально разбегается с 9-м. Вот, первый, блин. Голосуем 10-м на этот круг. Случайно отметил один. Блин, плохо отметил один. Смотри, 9-10. Я не знаю. Я, блин, плохо первый ПЛ, конечно, не надо было проверять уже. Я оставляю, смотри, я думаю, больше черный, больше красный 2. Между 2-3, больше красный 2. Если меня стреляют, понятно, там и третий мог. ХЗ, короче. Я не шериф. Слушай, ну, смотри, я понимаю, что меня стреляют. Мне надо сделать какую-то проверку, которая может выиграть этот город. Да, чувак, тебя, потому что 9-10 черный, я думаю, это постанова. 1-9-10 какая-нибудь, типа, хрень. Ну, слушай, я думаю, может быть, какая-то хрень, типа, 1-9-10. Я думал, что красный 2, я думал, что красный 3, я думал, что красный 7. 7 говорит, красный 6. Если ты красный, черный 6. Ребята, я 3 игры... Он сказал, я не шериф что? В какой-то момент, или меня послышал? Что? Четвертый не шериф? А кто шериф? Мне одной послышалось, если 4 сказал, я не шериф. Ладно, я не шериф. Это я слышала? Ну, мне тоже послышалось. Ну, типа... Ни одной. Все. Короче, смотрите. Я в цвете Клауса сегодня попал все разы. Я уверен, что он черный. Что? Почему? Потому что он на 0 сыграл в команде 1-2, говорит, между 7-8 не знаю. Зачем он тогда к 7 обращается по поводу цвета 8? Что это за команда с 10-го слота 1-2? Что это вообще происходит? Он не дал никакой точной позиции. Вообще четкая позиция у человека не было. Он не понял вообще, с кем играть, против кого играть, кого считать черным, кого считать красным. Он просто сказал, 1-2, моя команда, все, больше... Так еще раз, Клаус, кого ты проверил? Первый черный. 4 сказал, что он не шериф. Это только я услышала, ребят, что он первый проверенный красный. Это очень плохо. Ой, я записал один лучший ход. Не надо было записывать один. Он же сказал, что он проверенный красный. Что? Я вообще не понимаю, что...
Ну, я... Первый предложил снять 9. Смотрите, точно если 4 в натуре шериф, проверил 1 и записал 1, 9, 10, что вообще? Блин, ну я не знаю. А, Белим, ты уже сдался, ты показываешь, просто уходит один или что? Ты черный, ты сгоревший просто, или ты... 4 провел, 1 красным, что делать? Ну, понятно. Я просто не понимаю, просто 4 реально сказал фразу, может, клип потом сделаете, просто он реально сказал, я не шериф. Когда мы начали махать, что 4 черный, потому что он записал, он, во-первых, проверил один, это уже странно, и то, что он сказал, что потом он его проверил красным и записал, это что такое вообще? Вот. Вам, господин твой батя, поспокойнее, у нас есть черный 8, который мы... Да не ты одна, я тоже это слышала. Я тоже это слышала, что он сказал, да ладно, я не шериф, и что-то начал потом что-то говорить, какое-то непонятное. Смотрите, я вообще всегда из тех, я как всегда меня учил господин Франклин, что нужно продолжать игру и так далее. Ну смотри, я вообще не вижу никакого смысла. Ну давай представим, ты думаешь, я черная, 7, 9, 10. Ну, сорян, как бы, 7, 9, 10. Окей, 7, 9, 10. Я думаю, 6, 9, 10, кстати. Что, я не буду, давай я на тебя не реагировать не буду, я просто подумаю, почему ты можешь быть, например, игроком красным. Мне просто показалось изначально, когда убили 4, я сразу повернулась на 10, начала у нее спрашивать, кого ты проверил, а 10 молчал. И Эрик увидел, что я спрашиваю 10, кого он проверил, и тоже начал спрашивать, кого ты проверил, только потом 10 показал, что один черный. Но это просто чисто так момент, который имеет место быть на самом-то деле, когда убили 4. Вот. Но если игрок номер 1 черный, 7-9... Так, ну да, это реально было, вот, это реально было, что, типа, он не показывал проверку. Да, ну, ребят, смотрите, если я завез, и черный, допустим, там какие-то 6, 7, 10, 2, 7, 10, ну, 3, 7, 10 я не рассматриваю, вот, а первый я черный 7, вот, а я красный, и получается так, что именно я завезу, вот. Ну что, ну, не, для меня 4 черные, я не могу объяснить, почему, но просто как он вскрывался, как это все происходило. Восьмой сказал, что я проверенный черный, ну, ладно, он мог туда подумать, типа, что я, ну, типа, что я черный, потому что меня сорвал против него, все возможно, плюс я сорвал с тройкой, если он красный. Вот, 2-6, мне кажется, оба хотят голосовать в игрока номер 1, вот, там есть же игрок красный, вот, поэтому второй говорит 10 черный, 7-10. Да нет, я хочу в один голосовать. Первый, тем более, голосую 9, поэтому да, я в один, все, быстрее закончим, начнем. Блин, второй, кстати, второй, кстати, реально показал. Тем более, такая игра прям плохая, поэтому я голосую в один. Все, быстрее закончим, пойдем отдыхать, я в один. Так, я правда шериф, сыграл в 0. 1-2, все объяснил, речь 3, была плохая, пятый Гарь, 6 речь, типа я не понял, 7-8, я уже забыл, правда, что там было. Почему, типа, я привел 8, тебе объяснил. Фред сказал 2. 10 вышел, говорит, за то, что ты, типа, хочешь узнать у 7, типа, ну, типа, ну, типа, кто 8. В той игре я был так же шерф и так же. Типа, сделал так. 9, прием, типа, ну, типа, кто пятый игрок. Все, я думаю, все понятно. Команда 1-4-8, факер. Первая игра за сегодня. Типа, где ты, Муцет, абсолютно не понял. Так, вставляю 9. Я проверенный красный у 4. Я не могу быть черным игроком в команде 1-10 и еще кто-то. Я проверенный красный. То есть мы сейчас голосуем все игрока номер 9. Какая, смотрите, игрок номер... Снимают красную проверку игрока номер 4. Игрок номер 10 кричит. 4 проверенный шериф, мы стреляем игрока номер 4. Что показывает игрок номер 9 в этот момент? 4, 8 черный. Почему у игрока номер 9 нет даже мысли, даже предположения, что, возможно, его прокатали? Может быть такое, что действительно 10 черный, и он не попал. Он даже не задумался. Он сразу показал 4, 8 черный. О проверке игрока номер 10, проверке игрока номер 1 мы узнали только на речи игрока номер 6. А была еще речь убиенного 4, была еще речь игрока номер 3, но только на речи игрока номер 6, когда спросили его вообще, кого он проверил, он только тогда сказал. Поэтому мы голосуем, я голосую игрока номер 9. Я показывал, что 4 не шериф, потому что он проверил игрока номер 1, игрок номер 6. И 4 это повторил, он не говорил, что он не шериф. Так, я нормально выгляжу, все хорошо у меня, как думаете? Все нормально, да? Вы думаете, 9 игрок усидит? Ну, давайте 10, потом 9, вот. Хорошо, я красный, я голосую в 10,
красные присоединяются, голосуют 10, первый проголосует 9, а потом останется выбор голосовать в 10. Вот и все. Я красный, голосую в 10, то еще голосует в 10 сейчас. Ну все, первый голосуй в 9, потом проголосуешь в 10, потому что мы так сделаем. Все, ты не в адеквате. Мне нечего тебе даже рассказывать, мне стыдно за тебя. Все, стыд. Я все объяснил. Команда черных в этой игре 1, 8 и он. Типа 4. Я вообще, когда увидел то, что он говорит, я шериф, 8 красных, я думаю, хорошо, я буду сидеть просто молча, ждать, типа речи. 2 сказал, ты узнал у 7, типа, а 8 кто? Ты точно черный. Когда в той игре я сделал то... Точно так же, поэтому типа я и вскрылся. Поэтому типа я и вскрылся. Все. Черная команда 1, 8 и он. И 4. Все. Просто выиграйте эту игру уже. Просто выиграйте ее. Все. Я не знаю, типа, есть еще типа что сказать важное. Ну, уже времени нет. Да. А, типа я сказал один пример, потому что отвлек. Для меня, кстати, не знаю, мне кажется, для меня абсолютно красный первый, который предложил голосование в 9, а не в 8, я его вообще супер понял, потому что у меня возникла такая же идея, типа, очень не хочется снимать красную проверку шерифа. Чего? Он просто хотел ускорить игру, если я-то красный, что мне думать. Но гений игры 22 понимает, что нужно добрать свои 0.15, в случае, если 9 просто решил очень странно сыграть, он такой, ну, ладно, снимем 10, хотя бы 0.15 получу и умру. Мне кажется, что, если я не ошибаюсь, 10-й черный, у него динамика, он в прошлую речь начал с 3-4, а эту речь начал с 1-2. Мне кажется, что у него или 1 плюс 1, или кого скажу вторым. Ну да, может быть. Потому что это были нарочитые очень цифры. Он сказал, я в ноль сыграл 1-2. Ну то есть, ты должен говорить, я шериф, проверил того-то, потому что... Да. Ну вот. То есть, не факт, что это мою теорию подтверждают, но пока что похоже. Абсолютно непонятно, зачем первая, седьмая голосовала игрока номер один на этот круг. Если черный в другом месте, тогда что делает седьмая и как она это собирается объяснять? Она сказала, что она считает игрока номер один черным, точно, в ноль, первый красный. Ну, первый послушайте внимательно, но снять 9, 9 черный, он просто проигрывает. Ну, как бы он уже типа мазался. И просто 10 это точно, а 9 скорее. Мы не торопимся, последняя игра, пускай 9 мучается. Я думаю, что он из вражеской команды. Я хочу, чтобы он мучился, ему речь еще одну говорить. Что-то рассказывать на стриме, если он стримит. Кстати, была красная команда, 1, 2, 4, 5, 8, по-моему. Почему 9? Смотрите, 9 черный, точно, первый шериф. Шестую поплавила, она не слышит, что без четвертый там. Было. Да, он что-то там сказал. Без он вообще проверить не может, кого просят. Что взять ну, с него? Я не знаю вообще. Просили 7 проверить. Так а что меня поплавило, Лёш? Ну, я не знаю, нормально с ним общаемся. Что ты начинаешь? Меня поплавило, потому что я услышала то, что 4 сказал, что он не шериф, и он проверил 1, а не проверил 7, как его все просили, как тоже первый его просил. И мне показалось, что он черный, потому что он говорит, что я не шериф, и хочет перекинуть, типа, это шериф-то на первого. Ну, поняли? Когда он умер и сказал, что не шериф, я уже думала, что он черный, который хочет перекинуть на шерифа на первого, чтобы первый сел проверял, чтобы, типа, прикольный самострел был. Это были мои мысли. Вот. То, что когда 9 показал перед голосованием, 7 голосую в 1, закрались мысли, что, типа, он хочет, чтобы разбросались руки, а-ля 1-3 проголосовали, выкинули две руки, мы с Лешей проголосовали, выкинули две руки, и 9, понял, о чем я? Чтобы раскидались 2 на 2, и они втроем проголосовали в 1. Тоже такая мысль была. Была еще мысль, что 10 спрашивал, кто 8, это минус 3, умерла 5, это, типа, черные 7-10. Вот, ну, много мыслей, на самом деле. Просто сидим, я аккумулирую информацию, собираю ее, я не...
Ух, то есть в команде 7-9-10 спасибо я буду большое, давать Street динамику. Magic. Именно я буду спасибо давать динамику на седьмом слоте. Ой, точнее, Вадим будет давать динамику, а ком минус 3. Смотрите, что-то я не знаю, может, это из-за нулевой речи как-то все сильно пошло не туда. Игрок номер один. Я хоть раз по прошлому кругу показывала, что уходит один, я голосую в один, вместе куда-то там. Проголосовала. Мне кажется, что 4 скорее черный. Но я не уверена, 9 показывает какую-то ерунду. Уходит 9. Мы дальше сидим, с вами разбираемся, если что-то там... Я ни разу не пыталась собрать руки никуда на 3 в 3 там, и так далее. Игрок номер один, вы мне показываете или нет? Ну, просто интересно. Короче, блин, заколебал. Игрок номер 6. Вы рассматриваете черную команду 7-9-10? Не, ну, честно, тебе кажется, что скорее черную 7-9-10? А какой Астрил 4 при черной команде 7-9-10? Ты бы проголосовала на 3 в 3 с нами. Так, блин, смотри, как ты думаешь, у меня эмпатия черного игрока хорошо развита или нет? Ну, то лично, это важно. Ну, это хорошо развито. Ну, смотри, в прошлой игре я был черным на 5, я очень хорошо, по-моему, отыграл черного игрока. Смотри, в этой игре я показал, даже когда 10 дал стрел на 4, и он показал 1-6, он показал, стреляется, 4, я шериф, поэтому я показал, что 4-8 черный. На прошлый круг я показал, повернулся к игрокам 6-7, показал 6-7, посмотрите на меня, вместе голосуем. По-моему, двойка черных, а сам проголосовал 10. А знаешь, за чего сейчас я это сделал? Потому что я уже реально подумал, что, может, я руинер. Я бы снял 7 вперед. Может 9. Быть такое, что я руине, да. И поэтому я показал игрокам 6-7 проголосовать в игрокам номер 6. А сам Вадим не проголосовал. Я хотел, чтобы если черный 6-7, чтобы они проголосовали в тебя, а я проголосую в 10, и тебе я докажу, что я красный, и чужой я выиграл бы в 3 в 3. Я голосую в 7, седьмая на этот круг начинает тебе объяснять, почему ты красный, и она начинает меня играть. Хотя по ее версии ты черный, а я красный, потому что на прошлый круг она в тебя руки собирала. По ее версии я черный, и дурачок не выиграл 3 в 3 на прошлый круг, если она красная. Поэтому мы снимаем игрока номер 7, у нас будет время подумать, еще кто черный. Вот поэтому я не хотел, чтобы... Почему нужно было снять игрока номер 9? Потому что если вдруг игрок номер 9 красный, это уже... Мы эту игру уже нет аргументов, почему понять, что 9 красный. Мы точно его снимем. На угадайке, сейчас, какая разница, мы точно снимем 9. Если мы сняли 9 на предыдущий круг и раз закончили 3, ничего страшного, сели бы завтра, бы выдохнули бы, поиграли в следующую игру. О каком позоре говорит игрок номер 2, я на самом деле так и не понял. Я поджег 5, я сказал, что я понимаю, что если меня не находят красным, это как бы и моя проблема. То, что игрок номер 5 не находит меня за всю мою жизнь, ни разу не назвал меня красным, это, возможно, проблема ее. Это сказал я игроку номер 5. Потом начали рисовать черного среди 1-5. И вообще рассказывать, что я что-то такое нереальное сделал, просто сказал, что 5 не находит меня красным. И, возможно, стоит поискать проблемы не только в себе, а и столько, ну, и как бы игроку номер 5. Это было сказано игроку номер 5, никому другому. Цепили что-то, кого-то поджигал, кого-то не поджигал, 5 вообще обиделось. Сейчас мы голосуем игрока номер 9, на следующий круг точно голосуем игрока номер 7. Игрок номер 7 говорит... Но следующего круга не будет, если что. А нет ли команды, Белим, нет ли команды 6-7-10? Нет? Ты не думаешь, что 6-7-10? Смотрите, просто... Короче, вот я хочу заголосовать 10. Меня тормозит 6-я, говорит, давай, остановимся, подумаем, порассуждаем, давай снимем 8. Я говорю хороший аргумент. 4-й скрывается с проверкой 8 красный, самый первый скрывается с проверкой 8 красный, после чего 10-й скрывается с проверкой 8 черный. То есть это была не защитная проверка 4-го, 8-го своего мафа, а наоборот, это была открывающая проверка, просто 8 красный. После этого я сказал, 10-й не шериф, 10-й уходит. Десятый уходит. И ты, кстати, Бэмби, вот когда четвертый, до того еще, как он сказал, я не шериф, когда он говорит 1, 2, 3, проверенный красный, 9, 10 по очереди, ты говоришь четвертый черный. Ну, то есть, как бы, блин, я могу... Блин, ты уверен, что 9? Походу на 2 в 2 голосование, да? Нет? Спасибо большое, Ань, за переподписку, третий месяц. Ну, что это, что... Чья вина? 3-7-10, да, черные? А, интересно, развернул, прикольно. Ну все, быстрее закончили. Вот. Ну да, я был уверен, что черный 4-8. Что, ну блин, господи, у тебя что, не бывает плохих игр или что? Вот, я уже потом, когда второй показал уход 10, я уже начал слушать твою речь, я уже понял, что ты красный на тот момент уже. Поэтому показал игрокам 6-7, голосуем в 1, а сам в 1 не проголосовал.
Вот. Мне казалось, что четвертый просто на самом деле, я расскажу прикол, короче, что я думал. Мне казалось, что четвертый на себя динамику дал. Вот. Он начал речь типа, вот, я проверил 8, все сказали проверки 4-8. И когда первый закрывал в меня стол, мне казалось, что это реально прям вообще капец, короче. Так, ну что ж, ребят, вот моя первая красная игра, которую я остался поиграл. Вот. Ну вот она такая, но она золотая. Как бы. Мне кажется, она золотая. Блин, на нулевый круг на самом деле думал сорать 3. Думал срать 3, 6, 7, 10, что-то сердечко ёкнуло, что надо играть без 3. Вот, ну надо было, надо, чтобы красиво было, надо было. Вот, ну что, ребят, отпустили, зато сейчас пойдете сладенько лежите спать. Всех с Новым годом, если что, ребят. С новым счастьем. В ноль сказал, что факер, походу, первую черную достал. Потом сказал на речи Космо, что из 1.7 седьмая чернее. И вообще, я реально, мне кажется, что в момент, когда Белим предложил... Вот и мне самый железобетонный аргумент. Когда Белим предложил снять девятого игрока вместо десятого, для меня первый очень красный, и я бы никогда не сыграл в то, что типа... Ну, короче, а потом еще четвертый первого проверил. Короче, это супер под конец дня, мне кажется, все устали и показали какую-то не очень хорошую игру красную. Не, просто в таком состоянии зашли. Ну, они в таком состоянии зашли, как бы, вот и все. Как бы, второй пытался разрядить в какой-то момент игры, но сам понимаешь... Да, черная команда 3-7-10, шериф 4. Вот, собственно, ребята, результаты на ваших экранах. Что у нас? Интересный будет сейчас топ по итогам первого дня. В топе должен быть, по идее... Что у нас тут? Кто у нас тут будет? По факту Маша только вверх поднялась. Скорее всего, Бэмби 22, Космос, да? Космос и Батя поднялись, они же оба выиграли только что. А, да, Батя тоже. У него... А, ну получается, да, 22, твой Батя, Космос, Бэмби, четверка, а пятый кто был? Не помнишь? Ну, Франклин там где-то рядом был, но у Франклина минус 0.2 за это. Просто вверх поднимается... Не, слушай, вот это, конечно, ребята, это игра, в которой Франклин получил минус 0.02, а Док получил 0.15, это... Конечно, это досадно. Это немножко досадно. Но такое как бывает. Говорится, досадно. Ну ладно. Да, ну, да. Короче, какая мысль, что даже не то, чтобы съем 9 правильный, а просто мысль красным игроком голосовать в разноцветную проверку с аргументацией не то, что 4-8 черные, а то, что мы ничего не потеряем, вот это, конечно, меня немножко удивило. То есть мне кажется, что если ты голосуешь 8, то ты просто говоришь, четвертый черный, голосуем 8. А если голосуешь 8 в смысле, ну ничего страшного, что потом произойдет, убью 4, мы же черных не найдем, то, короче, как будто бы плохо. Да, поэтому есть. Поэтому я бы... Голосование в 9 топовое, просто даже из-за того, что если 9 красный, он потом хоть и станет в противовес неправильно. А, может быть, динамика уже дана в 4. Б, кто-то между 4-10 может застрелиться черным игроком. Может быть, промах, потому что у них там могла быть даже динамика в 9 быть дана, чтобы под завещание 9 сыграть. Да не откат его там четвертый шериф. То есть кто говорит, почему вы говорите, что четвертый? Я не знаю, он, что это... Он просто ошибся. Он сказал... Ну, короче, там можно будет клип посмотреть. Он просто сказал фразу по типу «я не шериф». Ну, там. То есть, может быть, он говорил что-то в контексте там «восьмой сказал, я не шериф». Знаешь, что такое условно? Ну, ты понял. Но фраза, если вырвана из контекста, то была такая, типа «я не шериф». Вот, я такой, интересно. Ну, я думаю, это плохой аргумент для того, чтобы это играть. Ну, в целом, понятно. Не знаю, мне показалось, что в ноль у заката прям была куча хороших аргументов. Мне показалось, что в ноль восьмой совершенно не черный. И мне показалось, что там космос у нее было довольно... То есть третий поговорил очень вяло. И на самом деле у Маши была речь такая, знаешь, очень... Короче, она была не очевидной. То есть был въезд в пятую, который был очень неорганичный, если честно, как по мне. Вот, она сказала, что первый, типа, что-то там черный или что-то такое. Ну, в общем, совсем была странная речь. Мне показалось, что вот как раз 4-8 очень красный. Я бы просто вообще не играл бы версию 10-го, если честно. И снял бы 9-го просто за компанию ко всем черным, там, типа, пофигу. И ну, уже бы... Помню. Ну, я бы на месте Белима, наверное, не играл бы. То есть когда уже видно, что 9-й начинает, типа, какое-то раскаяние, то есть он начинает, типа, голосовать своего 10-го, то он уже, наверное, бы стенка на стенку играл бы и реально в 3-3 попробовал. Правда, ради, я уже в девятке, ой, в семерке думал, что единственный шанс 9-го это прям настолько показать, что он убежден, что первый черный, чтобы ни один черный не засомневался и был жадиной. Но я думал, что третий красный, поэтому жадина будет. То есть я думал, черная 10, например, там 7, и жадина между 2-6, да? Угу. И вот там так могло быть. А третий, мне кажется, вообще не жадина. То есть он абсолютно всегда продлит игру, и тому подобное. Поэтому ему, ну, Доку еще в этом плане повезло, что третий никогда не проголосует на, ну, мне казалось, на 3 в 3, которое не очевидно, понял? То есть я думал, что девятый, если красный, он должен уже понимать, да, и байтить с такой силой, чтобы как это только было возможно. Чтобы он прям сказал, ребята,
я точно заголосую один. Там, пожалуйста, со мной вместе. Зачем вам? Давайте последнюю игру сыграем красиво, там все дела, вот эти вот. И когда первого в итоге не проголосуют, он такой, ну, третьей рукой он там скажет: ребята, черных нашел, я случайно сыграл плохо. Но, видимо, не получается. Ну, ждем MVP от зрителей. У нас в первую очередь, нас мафы уже оставили свой. Ребят, напоминаю, что нас сегодня судят допы, скажем так, и профессиональные мафы, и, так сказать, зрители. Да, но тут у нас похожий топ, плюс-минус. Какой? Ну, Клаус — твой батя Космос, а там твой батя Клаус Космос. Я согласен со вторым. Не знаю, кто голосовал. Ну, я не знаю, какой, чей какой. Но у меня в Кайзер Шуфакер сыграл сильнее в плане того, что как это, ошибка в его цвете дала все, что есть в игре, по факту. Ну, она намного более важная, чем то, что не, там девятый сыграл плохо, потому что если бы вы играли версию, например, четвертого игрока просто, то одной ошибки девятого не хватило бы. Вот так, краснота третьего, который он поддерживал все время, вот это было круто. Так, сейчас будут подводиться результаты, ребята. Потом у нас будет рейд на Кристину, она будет сегодня смотреть «Дневники вампира», так что заходите, я там тоже, кстати, буду. Валяр, ты смотрел когда-то «Дневники вампира»? Я после, вот, так сказать, короче, я не люблю космос, вампиров и, наверное, еще пара тем. В этом «Дневники» люблю, «Дневники» круто. «Вампиров» не люблю. Поэтому я половину смотрю обычно, полсериала смотрю в остальном. У нас есть, да, в процессе? Пока могу рассказать, какие у нас допы за сегодня, ребят. Больше всего допов заработали док и твой батя по 0.35. Извините, нет. Бэмби заработала сегодня очень много допов. Это как столько допов-то? Сейчас у нас, видимо, произойдет пересчет в табличке. От игроков, в смысле, допы какие она получила? Ну, вот сейчас мне показывают, что она получила 0.9, а так не может быть. Да, тут пересчет. А ты имеешь в виду по голосованию, да? Не-не-не, все нормально. 0.25 у нее, 0.325 у Дока, 0.35 у Бати. Ну, кстати, Факер объективно у Факера очень удачный день получился и хорошо отыгранный. Хорошо. Было две черных игры, которые он завез, точнее, которые он привез победу своей команде. И на самом деле, ну, я же говорю, мне сегодня игры понравились и, как сказать, понравились игры и по игровым аргументам, да. Была одна очень проходная, где черные там у них не получилось. Была пара игр, где красные совсем не раздуплились. И мне понравился на самом деле сегодня накал эмоций, потому что мне показалось, что за этими эмоциями были какие-то мысли. То есть это было не просто... У нас был, например, игровой день, когда там Саваз-22 рубились, и я сижу, смотрю, я не понимаю, ну, как бы, не понимаю причину, природу вообще происходящего. Сегодня были какие-то зарубы, они порой были, ну, излишне горячими, но в целом я бы, скажем так, игроки, мне кажется, ну, могли плюс-минус эти мысли отпускать, поэтому борьба была очень жесткая и прикольная. Вот, у нас впереди еще 2 дня, так что... Готово, да? А почему-то они не в порядке расставлены. Можешь сортировать, пожалуйста? Еще прикольно то, что сегодня из-за того, что господин твой батя очень хорошо попадал в цвета, то он черным просто играл против черных все-таки. Ну, в принципе, он красный. Ну, то есть, это очень круто, когда у него... Здесь нет игроков, которые прям палят, да, особо. Ну, прям, как там, он красный, он черный сильно. И, соответственно, ему очень удобно. Он просто играет по хорошим аргументам против своих черных. Или находит черных, и это, типа, очень выигрышно, ну, объективно. Поэтому очень ему пока что... То есть, если он завтра будет играть красным, тоже хорошо. Мне кажется, что у него самый верняковый круг, на котором тебе нужно его цвет как-то подцепить и понять, это нулевка. И потом на критических кругах у него, когда речи очень такие, знаешь, типа, параноидальные и подозрительные, то он скорее красный. Когда у него речи больше такие, знаешь, типа, что вот он уже разобрался и все четко, то... Так, у нас, ребята, вот таблица после сегодняшнего игрового дня. 22 на первом месте с результатом 5.9. Док на втором месте с результатом 5.525. Космос на третьем месте с результатом 5.45. Твой батя на четвертом месте 5.14. Бэмби 4.175. Франклин 3.985. Тихий закат 3.08. Адлер 3,5. 2.4 у Клауза и 0.0
0-6 у Совы. Пока неудачный день у Совы идет. Не очень удачный у Клауза, не очень удачный у Адлера с закатом. Вот, у остальных ребят получше. Ребят, впереди два игровых дня. Вы понимаете, что кто угодно может за 6 игр набрать мало, кто угодно может за 6 игр набрать очень много. Возвращайтесь завтра в 7 вечера по Москве. Спасибо большое, что сегодня смотрели. Валер, тебе спасибо большое, что присоединился. Было очень интересно послушать. Как к такому красивому молодому человеку не присоединиться, извините. Это тем да, более. Это да. Результаты нулевки, ребят, сегодня объявлю пока что. The Willy Beast 39.0. Результаты у него 26.5 у Индастера, у Лодери 23, у Вани Пирата 22, у Сибера 20. Тройка лучших получит, ребята, у Протеже, кстати, 16.5. У тройки лучших, ребята, тройка лучших получит открыточки. Вот, скидывайте, пожалуйста, свои мемасики в раздел «Мемафия», если у вас возникают какие-то забавные мемы, идеи и так далее. Буду ждать ваших мемов. Вот, лично от тебя 0.01 балла в сове. Алекс, нет, к сожалению, ждем завтрашнего дня. Вот. Все тогда, Кенни, давай, тебе хорошего вечера. Всем спасибо, что позвал. Счастья, здоровья. Пока. Чатик, вам тоже большое спасибо, что смотрели. Отправляю вас к Кристине. Кто не смотрел «Дневники вампира», обязательно зайдите, посмотрите. Кто смотрит вместе с Кристиной, точно вас там ждем. Крис, у тебя стрим уже запущен? Да. Все, чатик, давайте. Всех обнял, всех приподнял. С вами был сегодня Алсер, Кенни, Крис тут у нас модерировал. Спасибо большое многоуважаемым судьям за судейство. Спасибо вам за ваше все, что смотрели. Вот, и увидимся завтра с 7 вечера по Москве, с 6 по Киеву. Пока, ребята.